Печальная история афганской войны традиционно посвящается мероприятию в феврале. События той страшной войны далеки от нас, но время от времени воспоминания возвращают нас к тем трагическим сражениям, чтобы ощутить всю тяжесть утрат. Передвигались колонии, впереди произошел подрыв автомобиля и произошло столкновение машин. В общем, я попал в аварию и меня вывезли в госпиталь. Через 4 месяца, получается, это уже в апреле. Где-то месяцев, наверное, 6-7 по госпиталям. У меня перелом обеих ног был. Мы не думали, что мы вернемся живыми. То же самое, вот ждали когда-то. Нам настанет тоже такая, эта пуля достанет и нас. И вот повезло, и вернулись. Чтобы в памяти оставались те, кого уже нет с нами, связь между прошлым и будущим пытаются сохранить живые. Пытаются как могут. Массовое забытие всех этих вещей. Череда таких отреканий, нам уже говорили, что нас просто не обращали внимания. Ну, сейчас, сказать честно, в прошлом году нас лишили последнего. У нас забрали последние льготы, нас посадили на какие-то доблестные 100 лей. Никто не может понять, что такое 100 лей в месяц. Это то, что получили афганцы благодаря своим делам. Мулла Михаил – выпускник лицея имени Машкова. В Чедрлунском районе он стал первым солдатом, которого пронзила пуля в Афганистане. Позже списки погибших солдат пополнились. Многих сломили болезни и боевые раны. Насколько оправдана была война, судить политикам. Однако педагоги не могут предать забвению память своих учеников. Не так много сейчас подвигов, не так много героических примеров, на которые можно ориентировать ребят, на чьих положительных примерах можно действительно научить чувству патриотизма, гражданственности, научить любить свою родину и показать, что настоящие мужчины, они всегда по зову долга, по зову сердца, они способны совершить действительно героические поступки. И просто из обыкновенных мальчишек становятся настоящие сильные мужчины. Художественные номера и спортивные состязания в февральские дни посвящаются памяти погибших солдат в Афганистане и проводятся во многих школах и лицеях района. В лице имени Машкова молодые люди приняли участие в конкурсе «Последний герой». Ранее воины-афганцы посетили гимназию имени Петра Казмалы, названную в честь уроженца Чедрлунги, героически погибшего в возрасте 19 лет при выполнении боевого задания в Республике Афганистан.